Частицей вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве был зажжен в прошлом году и мемориал строителям безмолвных рубежей возле села Байгулово Козловского округа. В этом году там впервые торжественно отметили День Победы праздничным митингом. В церемонии участвовали глава Чувашии, депутаты Государственной Думы России, депутаты Госсовета Чувашии, региональные министры и руководители территориальных органов исполнительных органов власти, а также жители округа и гости. Память героев трудового фронта почтили минутой молчания. Затем к вечному огню мемориалы строительных безмолвных рубежей возложили венки и цветы. К участникам митинга обратился глава Чувашии Олег Николаев, который отметил важность сохранения исторической памяти о подвиге тружеников тыла, в том числе и строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей для последующих поколений. В сегодняшний день, когда война ведется не просто военная, но и гибридная, помимо экономической, самое главное, информационная или даже психологически информационная, вот эти вот рубежи, которые невидимые, которые нас соединяют во времена с нашими предками, не просто усиливают нас, нас делают неприступными.